с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов компании Karuda, ТКР-4108, 108 предметов. Набор уже полюбился многим покупателям, то есть хорошее соотношение цены и качества. Самое главное, это производитель Тайвань идет. Упаковка самого набора, он упаковывается в пленку, запаивается, сверху идет вот такая упаковка из картона. Бренд, то есть логотип Karuda. Комплектация в картинках идет. Указывается производство Тайвань, адрес производителя. И производитель еще указывает пожизненную гарантию на инструмент. Пожизненная гарантия на инструмент, кроме бит. Биты, это считается расходники. То есть со временем их нужно будет докупить. Прокладка поролоновая идет. С поролона между двух крышек ложится. Так, ну, как всегда, мы начинаем с трещоток. Две трещотки, 36 зубьев трещотки имеют. Длина под 1/2 дюйма, большая трещотка 250 мм, маленькая трещотка 145 мм, квадрат 1/4. Рукоятки полностью пластик. Реверс есть, быстрый сброс. На металле у нас логотип Karuda. И номер по каталогу данной трещотки. Все то же самое на маленькой трещотке. Также. Отверточная рукоятка. 150 мм длина. Ручка пластик. Есть присоединительный квадрат. Сверху можно посоединить или трещотку, или вороток. В наборе ее можно использовать или головки 1/4 дюйма. Вставлять получаем для труднодоступных мест. Или также вставляем биту и получаем отвертку. Два воротка Т-образных. 1/2 дюйма 250 мм. И под 1/4 дюйма 110 мм длина. Вороток 1/2 дюйма также используется как удлинитель. Снимаем переходник, получаем удлинитель 250 мм. Переходник можно использовать для перехода с 3/8 на 1/2 дюйма. Универсальная конструкция. Еще один удлинитель под 1/2 дюйма 125 мм. Он идет с шаром, то есть можете работать под углом. Вот вставляем головку, видите, он двигается, то есть можно откручивать под углом. Два удлинителя под квадрат 1/4 дюйма 50 и 75 мм. Два кардана под маленький и большой квадрат. Карданы скреплены металлическими вставками. Материал изготовления инструмента в наборе хром-ванадиевая сталь. Защитное покрытие матовое. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри они имеют резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Набор Г-образных ключей. Три ключа Г-образных шестигранных. И головки. В наборе шестигранный профиль, головки короткие. Шестигранные головки короткие торкс и длинные шестигранные. Головки короткие шестигранные. Под 1/4 дюйма у нас 13 головок. Вот идет ряд у нас. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая идет на 14. Это под маленькую трещотку. Ряд под большую трещотку. Квадрат 1/2 дюйма. Общее количество 17 головок. Самая маленькая у нас 10, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 225 грамм. Также логотип имеет и номер по каталогу указан данной головки. CRV, маркировка хром-ванадиевая сталь. Головки Torx. Общее количество 13 штук. Маленькая у нас идет E4, большая E24. Это торкс головки.
И головки длинные. Общее количество также 13 головок. Самая маленькая у нас идет 6 мм. Самая большая 22. Это шестигранная. И набор бит. Биты под трещотку, под вороток 1/4 дюйма. То есть под маленький квадрат. Они идут уже с переходником, с адаптером. Бита прессованная головка. Общее количество их 18 штук. Торксы, шлицевые, шестигранные и крестовые. Есть маркировка на пластике, то есть сразу видно, какой размер бит, в какой ячейке лежит. И биты под 1/2 дюйма. Они под переходник, большая трещотка. То есть выбираете нужную биту, вставляете. И сюда уже можно ставить трещотку или вороток. Также профиль шестигранный, торкс, шестигранный, так, торкс, крестообразный и шлицевой. Переходник, адаптер. Так, материал хромонадевая сталь, уже сказал. Кейс состоит из двух частей. Сами зависы, которые соединяют крышки, пластиковые, но внутри имеются металлические вставки. Все хорошо защелкивается и ничего не выпадает при закрывании набора. Замки пластиковые, сверху идут металлические накладки на замках, логотип Каруда, а петли сами идут металлические. По-моему, они у нас даже съемные, да, вот. Это вот петли, замок, петля. Вот набора. В комплектации все. Напомню, за подписку на канал, за оставленный комментарий при заказе мы делаем дополнительную скидку на нашем сайте. Так, теперь перейдем к габаритам самого кейса. Ширина кейса составляет 38 см, длина 29. Высота кейса 8,5 и вес набора 6,4 кг. Это в закрытом состоянии. На верхней крышке надпись Каруда. Номер данного набора КР4108, 108 предметов. Два рабочих квадрата указывается и сделано Тайвань. Рекомендуем к покупке данный набор, учитывая то, что много положительных отзывов на данный инструмент. Спасибо, до свидания.